Черт, но мне с ночи будет конец. Опять их двое, что? Их двое, посмотри. Офигеть, ребята. Что ты такое? Привет, меня зовут Викли, и добро пожаловать в Maze of Bansi Beer. Это неофициальное продолжение садика Банбан, это прям 100%. И сегодня, собственно, мы эту игру протестим, посмотрим, страшная она или нет. Я думаю, то, что будет, наверное, интересно. Ну как, наверное, 100% будет. В общем, перед началом, конечно же, я по традиции желаю всем приятного аппетита и приятного просмотра. Не забывайте про лайк, подписку, колокольчик, ну и мы начинаем. Поехали! Итак, мы появились, и нифига себе, слушай, а графон-то прикольный. Правда, если выкрутили на максимум цвет, блики и все остальное, и как будто немножечко все размыто. Ну да ладно, собственно, это, видимо, наш главный герой. Банси Бир, я что-то слышал сейчас. По-моему, стул упал, так, кто-то разлил компот. Ох, по традиции. Еще одна, мистер Монс, вот это вот. Она говорит, что мы кушали все, иначе она съест нас. Очень милое существо. Это все, конечно, очень мило, все круто. Я нашел дверь, которую мы не можем пройти. А, собственно, куда мне идти? Почему я на фоне слышу какой-то белый шум, или мне кажется? Я, наверное, могу нажать на кнопку. Да, смотри-ка, я нажал и... Что такое? Блин, почему мне уже стрёмно? Ладно, мы идем по коридору, нам опять что-то говорят. Если не можешь найти выход, то надейся, что кто-то поможет тебе. Ладно, годные советы. И реально, почему все так размыто? Это что, коридоры, лабиринты, чё? Такое, блин, почему такие звуки стрёмные-то, а? Я еще как бы видос записываю ночью, и мне вдвойне... Страшнее. Но никого это не волнует, поэтому мы продолжаем. Так, я нашел мелки. Вообще не мелки, а фломастеры. Так, здесь какие-то у нас детские игрушки, площадки, штуковины различные. Кстати, неоновые деревья, чё? Или это неоновая трава? Что здесь происходит? Это, подожди, это деревня, наверное, мистер Манс. Нет, это не деревня, это просто ее домик. Я думаю, он отводит целой деревней. А вот этот домик, кстати, мистера Баунси Бира. И туда войти не могу. Но слушай, а домики у них не такие уж и большие, то есть они, наверное, сами не такие уж и большие, поэтому мне не стоит их бояться. И почему здесь все так странно? Кстати, обратите-ка внимание, тут стены у нас сделаны в виде обоев, стилизованные под деревья, точнее, под лес. Я вижу у нас там какое-то красное свечение. Наверное, мне стоит идти туда 100%. У меня такое чувство, что за мной кто-то следит. Как будто кто-то за нами идет. Так, а если я пройду сюда, смотри-ка, здоровенная красная кнопка, insert, чё? Я не могу здесь ничего сделать, окей, я пойду дальше. Я-то ничего не мог нажать, это что такое? Ё-ё-ё-ё-ё, что происходит? Стой, подожди. Очень громкие звуки. А что это сейчас было? Там что-то лежало. Даже не знаю, что это может быть. Ой, нафиг я на это опять же подписался. Кстати, белый шум, по-моему, только что пропал. Только что, по-моему, белый шум пропал. И это, я думаю, не самый хороший знак. Та-та-та-та, лево-право, никого. Слушай, я себя чувствую в этой игре максимально одиноко. Сначала у меня было чувство, что за мной кто-то следит. Сейчас здесь никого нет. Вообще никого. Блин, это что за закулисье такое, а? Я думаю, что, возможно, мне надо было что-то сделать с той головой. Возможно, там лежала, не знаю, какая-то ключ-карта, которая мне могла бы помочь. Это что сейчас было? Я слышал что-то. Какой-то голос. Голос как будто из Mortal Kombat. Fatality. Слушай, я... Что? Подожди. Охота началась? Нет. Стой. Охота началась. Чё? Я просто буду в углу сидеть. Я его вижу. О, нет. А как бежать? Как бежать? Стой. Почему я не могу бежать? Он же прям за мной идет. Я тебе... Что мне делать? Что мне делать? Этот дурачок прям за мной идет. Отстань от меня, пожалуйста. Что делать? Слушай, а я ж не смогу убежать. Я, ладно, я буду на него лучше смотреть. Слушай, чувак, извини, я буду на тебя смотреть, потому что по-другому я не могу. Наверняка сейчас еще это мистер... миссис Манса вылезет и меня убьет. Я не знаю. О, смотри, площадка. Подожди, может я успею в какой-то дом забежать? Где он? Черт, быстрее. Куда-то бежать нужно. Сюда забежим. Нет, мне конец. Черт. Прощай, моя жизнь в этой игре. Давай уже быстрее убивай меня, пожалуйста. Не могу так долго держать паузу. Он меня не хочет убивать. Подожди, если я стану, я не хочу останавливаться. Во-первых, скример очень долгий, а во-вторых, я в какую-то стенку ударился. А в-третьих, я совершенно не понял, что в этой игре, черт возьми, мне нужно делать. Так, снова активируем кнопку, окей, и, собственно, пойдем вперед. Мне сказали то, что как бы охота началась, и прикол в том, что я не могу бегать, я не могу убегать. Что за бред вообще? Ладно, постараемся еще раз эту сейчас шнягу пройти. Если не получится, то не получится, логично. Возможно, подожди, я должен что-то найти здесь 100%, но я не знаю конкретно что. У меня сейчас звуки на максимум
чем стоят. И вот когда у меня снова поймает, и я уверен, это произойдет, то звуки, конечно, будут не из приятных. Я зашел в тупик, да? Офигенно просто. Ладно, пойдем обратно. Не знаю, мне хоть какую-то бы там карту дали, допустим, этой местности. Потому что реально, здесь фиг разберешься. Я уже запутался, где я вообще иду, куда я иду, зачем я иду, главное. И вообще, есть ли в этой игре какая-то концовка, либо мы здесь просто должны жить на время... I don't know. Право, налево. Пошли налево. В принципе, это ничего не меняет, потому что, вероятнее всего, я здесь ничего так и не найду. Ага, я нашел голову, я ее уже видел. Так, здесь у нас получается красное свечение, которое я уже находил. Здесь я ничего нажать не могу. Почему такие стрёмные звуки? Может быть, что-то здесь можно взять? Нет, все равно это все не работает. Блин, ладно, пойдем обратно, пожалуй. Начнем, так сказать, с самого-самого начала. И, вероятнее всего, я сейчас призвал монстра. Скорее всего, он придет именно на эти звуки. У нас с правой стороны вот там деревня, поэтому пойдем от нее как можно дальше. Точно не сюда, опять тупик. Вот эту сторону, по-моему, я не ходил. Охота началась, офигительно. Могу я в домике спрятаться? Блин, пожалуйста, дайте мне спрятаться хоть где-то. Нет, это невозможно. Монстр уже идет за мной, поэтому я побегу быстренько обратно. И где-то я должен спрятаться, иначе меня опять же завалят. Ой, какой здесь страшный громкий звук. Почему это так плохо? Почему меня прям в наушники ударило? Так, спокойно. Этот монстр должен идти сейчас где-то вон оттуда. Или он не пойдет? Так, опять же у нас здесь рисунок. Я кого-то слышу. Ай, нет, стой! Я его вижу. Он за мной бежит. Черт, но мне снова сейчас будет конец. Опять их двое, что? Их двое, посмотри. Офигеть, ребята. Ребята, вы что? Как бы двое на одного, это нечестно. Тем более тут у нас как бы ворота закрыты. Ну нет, не надо, пожалуйста. Опять скримак очень... А ведь я мог сделать просто потише, но не буду этого делать. Будем играть на самой максимальной сложности. Так, может быть, нам изучить вот эту локацию еще раз? А, вот, стой, я нашел карту. Так, я здесь, а где у нас выход? А выход у нас непонятно где. Ладно, я сейчас постараюсь снова на рандом побегать. Возможно, я что-то и смогу найти, что-то смогу активировать. Может быть и нет. Я иду, шагаю спокойно. Кстати, по-моему, я вот в эту вот сторону не ходил. Еще раз сейчас проверим. Может быть, здесь мы что-то интересное и сможем вам найти. А может, меня снова убьют, как тогда? Там у нас тупик. Здесь у нас тоже тупик. Может быть, куда-то вот сюда вот пройти, я не знаю. Фонари, возможно, это хороший знак. Может быть, и нет. Опять тупик, блин. А, блин, я что-то немножечко задолбался. Вот реально, уже прям устал. Подожди, я что-то нашел. Стоп. Стоп, этого я раньше не видел. Так, я могу сюда нажать. Здесь выход. Стой, я нашел выход. А как сбежать? Так, выход здесь. Стой. Может быть, где-то в конце коридора мне нужно что-то здесь нажать. Ну, стоп, ну так нечестно. Я же нашел выход. Я могу сбежать. Где выход? Блин, а что за фигня? Чё? Ну, так нечестно. Все, я, походу, отсюда не сбегу. Просто офигенно. Да, я нашел как бы выход, но сбежать я не могу. Выпустите меня, пожалуйста, отсюда. Я вас умоляю, выпустите меня. Походу, это конец. Походу, все, я что-то, возможно, не активировал, но я же все правильно нашел. Вот выход. Чё вам еще от меня нужно? Мне охота началась. Офигенно. Просто, возможно, мне как раз-таки нужно сейчас пойти к выходу, когда охота начнется. Вот все типа, вот охота началась, и значит, я имею полное право пойти к своему законному выходу. Возможно, там что-то открылось. Сейчас посмотрим. Нет, все по старинке здесь. А если налево посмотрим, тоже все закрыто. Ну все, походу, здесь я не буду дожидаться свой час. Сейчас, когда за мной придут монстры, так вот я их и буду встречать, да, прям здесь, даже прям к ним сейчас пойду. Чё, нет, пойду навстречу, встретимся, так сказать. Давайте, ребята. Ребятки, нападайте по одному. Здорово, я к тебе прям пойду. Короче, я не знаю, почему я не смог сбежать. Вроде бы выход нашел, но меня почему-то просто не выпускал из этой игры. И поэтому на данном моменте я предлагаю наше сегодняшнее видео завершить. Если оно тебе понравилось, то, конечно же, не забывай про лайк, подписку, колокольчик. Мне, правда, будет безумно приятно. Огромное спасибо за просмотр. С тобой был я, Твикли. Не прощаюсь, говорю, до новых встреч, друзья.